американский и учусь, как я уже сказал, достаточно интересная моя специальность. Что еще можно сказать? Живу с матерью, в общем, все, что я сказал, почти было правдой, кроме порно с дедом. Да, мне очень интересно заниматься КВНом, я занимаюсь КВНом сейчас также. Я также увлекся сейчас стендапом, мне очень понравилось, первое свое впечатление. И очень хотелось бы попробовать еще. Нас уже не отвяжетесь. Хорошо. Прокан. Пока мне еще нет 18, я ничего про него не могу сказать, мама заругает. Мне очень нравится этот город. Нравится, да. Так, приходите.